Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко, и в этом видео мы с вами рассмотрим все тайные параметры живой воды и то, как ее изготовить в домашних условиях в достаточных количествах. Не секрет, что человек по сути своей это жидкий кристалл, который при рождении состоит на 90% из воды, в зрелом возрасте на 70-80% из воды. А при дряхлении уровень воды падает в человеке до 55%, и человек дряхлеет, в итоге болеет и умирает. Вот как этого не допустить, как замедлить все эти процессы и убрать 90% негативных факторов, которые влияют на нашу жизнь, для этого и создается это видео. Дело в том, что в среднем взрослый человек в день должен потреблять 2 литра воды. И очень желательно, чтобы эта вода все-таки была живая. Потому что если вода не живая, а мертвая фактически, конечно, в кавычках, то организму приходится тратить колоссальные усилия только на то, чтобы привести воду в порядок, чтобы она смогла питать клетки. Если же этого не происходит, то человек имеет огромное количество проблем, в первую очередь со здоровьем. На сегодняшний день чистой воды, живой, фактически в продаже не существует, а существует бизнес, благодаря которому зарабатываются огромные деньги, но вся вот эта бутылированная вода, при всей ее раскрученности, доступности, она не является живой. Я вам это сейчас покажу, чтобы вместо того, чтобы просто финансировать какие-то компании, а прибыль от бизнеса на воде уже достигла 40% прибыли нефтяных компаний, и она уже больше прибыли фармацевтических компаний. Я вам покажу, как это сделать в домашних условиях, в достаточном количестве и намного лучше, чем то, что вам предлагают, втюхивают в магазинах. Причем оно вам не сохранит здоровье, а только отберет ваши деньги, время и здоровье. Как я уже показывал, Луи Пастер был прав, потому что человек выпивает 90% своих болезней. То есть чистая живая вода, ее важность трудно переоценить. А ее фактически она сейчас недоступна никому. А мы можем сделать и должны сделать ее доступной в домашних условиях, в необходимых количествах, для чего и делается это видео. Так вот, какие же основные характеристики живой воды? В первую очередь это содержание солей, о чем многие не знают. То есть повышенное содержание солей, которое мы все будем подробно рассматривать, приводит к тому, что организм просто зашлаковывается изнутри, образуются камни, шлаки, цементируются сосуды, потому что это в первую очередь глина и песок. Поэтому этот параметр мало кто знает, но его нужно контролировать и убирать в первую очередь. Плюс вода должна иметь восстановительный потенциал, потому что человек в процессе жизни постоянно разрушает свой организм, и вода бы помогала его восстанавливать. Сейчас этого практически нет ни в природе, ни в магазине. То есть нам нужно контролировать окислительно-восстановительный потенциал воды. Нам нужна структурированная вода. Это уже тоже вопрос интересный, потому что можно задавать программу воде для лечения определенных болезней, для поддержания человека определенных, скажем так, свойств усиленных. То есть структура воды тоже важна. Ее фактически нет ни в природе, ни в продаже. Плюс важен еще кислотно-щелочной баланс. Потому что чистая вода, она тоже должна содержать, скажем так, баланс и этого параметра. То есть как минимум 4 параметра характеризуют собой живую воду. То есть для того, чтобы понять, насколько вода живая, мы должны эти параметры как минимум уметь контролировать. Для этого сейчас огромное количество приборов, причем бытовых, причем многоразового использования, причем хоть походных, хоть каких. Вот я вам демонстрирую ОВП-метры, вы уже знаете. Они для того, чтобы контролировать окислительно-восстановительный потенциал. Есть еще pH-метры, как раз для контроля кислотного баланса. Это другой прибор совершенно. Я вам примерно показываю, как это выглядит контроль, когда вот контролируется вода из скважины и какие несет она характеристики. Мы более подробно рассмотрим ниже, какие они должны быть. Но сам факт, что измерения показывают, что чистой воды нет ни в природе,
нет ни в источниках, нет ни в скважинах, ни первого, ни второго водоносного слоя, то есть ее просто нет, ее придется делать нам самим. Мы чуть ниже все подробно рассмотрим, просто я знакомлюсь с теми приборами, которые вот я использую для контроля, а в итоге для получения действительно живой воды. Еще один важный прибор как раз это солиметр. Мне лично он очень понравился, потому что он не требует калибровки, потому что он показывает содержание солей, электропроводность, да еще и температуру. Он очень простой и дешевый. Вот, например, благодаря ему я вижу, что, например, вода из моей скважины, она фактически, как мы ниже увидим, она опасна для жизни. И если ее не фильтровать, то есть не убирать эти содержания повышенных солей, а это в первую очередь глина и песок, то это просто опасная для здоровья вода, хотя эта скважина находится на 50 километров от любого города. То есть такие же измерения, например, водопроводной воды Белгорода показывают, что там тоже вода плюс 495, в Харькове примерно 360. А это после дистилляции. Мы сейчас все подробно рассмотрим. То есть эти приборы помогают нам контролировать, насколько вода живая. Почему? Потому откуда берется все эти минеральные составляющие? Да, во-первых, это в первую очередь глина и песок. Потому что мы воду берем в первую очередь из поверхностных источников, или вообще поверхностных, или первого-второго водоносного слоя, а там глины и песка огромное количество. Конечно, она вся попадает в воду, ее не отфильтровывают, она вся идет с этой водой в наш организм. А глина и песок это прекрасные растворы, я же говорю, добавьте воды, они прекрасно зацементируют вам и сосуды. И если они попадают в соединение между костями, их и стирают. То есть это я в видео про чистки сосудов говорил, можете посмотреть еще раз, кто не смотрел. Ну и другие минеральные соли, которые нашим организмом не усваиваются и к пищевым солям отношения не имеют. Все это превращается в камни в почках. Все это влияет сильно на то, что вот мы не иссыхаем, а у нас идет замена воды в организме. Вот этой глиной, песком и минералами, которые не растворяются и не участвуют в процессе питания клеток. Поэтому об этом надо знать, это нужно убирать. Вот эти показатели допустимые так называемой воды, именно по содержанию минеральных веществ. Вот я вам показывал, у меня около 700 плюс, это вода опасная для здоровья, это скважина. В городских водопроводах непригодная для питья вода по этому параметру текет. Белгород это около 500, Харьков 360, то есть не намного лучше, мягко говоря. То есть предельная концентрация превышена примерно в 2-3 раза, потому что предельная концентрация по этому параметру для питьевой воды около 200. На самом деле вот здесь написано, что в районе 100 вода из подземных горных источников и очищенной угольными фильтрами. Говорю сразу, у меня этот параметр не подтвердился. Пропускание через угольный фильтр дает очищение воды где-то раза в 2 и не более. Только дистилляция убирает это огромное количество этих солей и показывает тот показатель 5, что вы видели, это как раз после дистиллятора. А угольные фильтры, они, к сожалению, ничего хорошего в себе не несут. Только дистиллятор. Вот у меня вынужден был приобрести вот такой бытовой дистиллятор. Он привел к тому, что показание солей с 700 уменьшилось до 5. То есть вода по этому параметру стала пригодная для питья, потому что все эти соли, они осаживаются в самом дистилляторе, а здесь через пар выпадает только конденсат. Поэтому без дистиллятора вы не обойдетесь, к сожалению. Можете приобретать сразу дистиллированную воду. Ссылки на этот дистиллятор, они будут в описании. Лично я брал такой, а вы можете брать какой вам больше всего подойдет. Хотя бы прочитайте все его характеристики. Он 4-литровый. И как раз дистилляция проходит в среднем за 4 часа. То есть 1 литр в час. Пока других вариантов я не нашел. Если кто-то знает, как быстро убрать соли из воды, я с удовольствием послушаю. Вода после дистилляции получается вот такая. Вот мы контролируем ее параметры. Да, она там от 5 до 11 может прыгать количество солей. Это все идеальная питьевая вода. Показатель ВВП метра высокий, 242. Мы знаем, что здесь должно быть для клетки минус 100. Ну и 5,27 где-то pH, а должен быть где-то нейтральный, это 7.
То есть после дистилляции что мы делаем? Мы в первую очередь убираем излишние соли. После того, как убраны излишние соли, можно дальше продолжать работать с водой. Почему продолжать работать с водой? Ну, потому что там будет небольшой привкус. Привкус дистилляции, ну, немножечко останется. Поэтому я использую дополнительно вот подобный фильтр угольный. Я пропускаю дистиллированную воду через дополнительный угольный фильтр, чтобы убрать любые там послевкусия из этой воды, ее смягчить. Все это приводит к тому, что вот я специально для вас пропустил через этот фильтр свою воду, которая 700 была, и показываю, что угольный фильтр убирает где-то, ну, 1/3 он оставляет этой глины и песка. Поэтому фильтры, какие бы я не использовал ранее для того, чтобы улучшить качество воды, ни один мне не подошел. Поэтому я здесь вообще фильтры эти фактически не рассматриваю, потому что ни угольные, ни магнитные фильтры, ни мембранные фильтры, они никак не дают того, что нам нужно получить от воды. То есть те же соли они не убирают. Вот здесь параметр 241. А справа это я вам показываю наглядно, сколько остается глины и песка просто в 4 литрах дистиллированной воды. Вот я пробыл дистиллятор, и вы видели, что эту глину и песок мельчайший можно видеть. Я к тому, что любой фильтр, он убирает только часть, и он моментально засоряется этой глиной и песком. Там надо менять картриджи, причем постоянно. И все равно нужно пропускать через дистиллятор, потому что эта вода непригодная для питья. То есть она очень сильно будет бить по организму. То есть простые угольные фильтры, их можно использовать как помощники, да, очистители дистиллированной воды, но никак. В первую очередь ваши защитники. Вот зачем я это вам показываю. После того, как мы все-таки провели дистилляцию, я говорю, пропустили дистиллят уже через угольный фильтр для того, чтобы убрать любые остатки неправильного вкуса, а именно после дистиллятора самого. Это там мелочи, но их желательно убрать. Тогда мы уже эту чистую воду можем заливать напрямую в чайник. У меня теперь 2 чайника, потому что после дистиллятора воду я заливаю в один. И теперь наконец-то я хоть узнал настоящий вкус всех напитков. Потому что нет глины и песка, нет этого привкуса. И плюс, а этот чайник второй я использую как раз для предварительного подогрева для дистиллятора. Потому что он как раз 2-литровый, за 2 раза получается. Плюс осаживается здесь много этой мути, что позволяет уменьшить время дистилляции с 4 часов примерно до 3. И даже улучшить дистилляцию. Я сейчас покажу как. То есть вам нужно будет еще 2 чайника завести. Один чайник, в котором вы будете подогревать воду. И почувствуете наконец-то настоящий вкус всех напитков. А другой чайник, который будет в помощь для уменьшения времени дистилляции. И чтобы дистиллятор проработал дольше, а вода из него полученная была лучше даже по параметрам. Ну, еще один важный параметр, это как раз окислительно-восстановительный потенциал воды. Но окислительных процессов в нашей жизни хватает, организм разрушается интенсивно. Вот как раз здесь бутылированная вода на уровне плюс 200, действительно это так. Вода из-под крана, вообще там космические показатели у всех, ну тоже от 200 до 500 я встречал показания воды из крана. То есть, все эта вода несет окислительный потенциал, а нам-то нужно восстанавливать свой организм. Он же постоянно разрушается, мы постоянно его бьем питанием, водой, другими факторами. Поэтому нам нужна вода. Нормальная вода в клетке по этой шкале как раз должна быть минус 100. Ну, процессы сквашивания мы рассмотрим с вами отдельно. Здесь нас интересует чистая вода. Чистая, живая вода по всем параметрам, чтобы организм ее усвоил максимально быстро и восстановил свой жизненный уже потенциал благодаря живой воде. То есть нам нужны показатели как минимум в районе минус 100. Если вода уже химически чистая, мы убрали все примеси, минералы, то нам нужен получить показатель по ОВП-метру минус 100. Для этого мы, как вы знаете, используем ОВП-метры различных моделей. Как, тут главное, чтобы они меряли и плюс, и минус, и показывали правильные нам показатели. Вот, например, после дистилляции с предварительным подогревом воды в чайнике, видите, вот этот показатель там был около минус 200-220, плюс 220. А после дополнительного подогрева через чайник, видите, показатель даже чуть улучшился. 86 стал, но все равно он большой.
То есть вода после дистилляции, даже с предварительным подогревом, она стала чуть лучше, плюс 86. Но для клетки это все равно на 200 единиц больше, чем нужно. Что же делать? Нужно применять активаторы воды. Это тоже без вариантов. После того, как мы провели дистилляцию, дистиллят пропустили через угольный фильтр, чтобы убрать вот это послевкусие неприятное. Мы все это применяем. Дистиллятор вот у меня такой, двухлитровый. Активатор восстановительного потенциала воды, он мне очень нравится. Почему? Во-первых, в нем можно активировать воду от пол-литра до 2 литров. Тут три режима активации. Здесь одна кнопка, ее раз нажал, 4 минуты будет активироваться. Два нажал, 6 минут. Три нажал, 10 минут. То есть любой, тут три режима. Объем от пол-литра до 2 литров. То есть прекрасно он подходит к дистиллятору, где объем там 4 литра, как вы помните. То есть если вам нужно много воды, вы прекрасно можете за два раза ее активировать. И на всю активацию вам нужно будет не больше 20 минут. Плюс одну и ту же жидкость вы можете активировать 2, 3, 10, сколько вам нужно раз. То есть здесь ничего не ограничено. Единственное, из-за того, что здесь стоит аккумулятор небольшой, его нужно сначала включить в розетку, подождать там минутку, чтобы этот аккумулятор все-таки наполнился, а потом только нажимать активацию. Вот этот нюанс тоже нужно знать. Ссылки на этот активатор в описании. Здесь активация происходит из-за вот этой структуры, что здесь, и электричество, причем там 5 вольт, не больше. То есть затраты энергии минимальны, никаких сменных элементов, фильтров здесь нет. Так как вода уже у вас химически чистая, то даже мыть его не стоит. Если же вы сюда будете пихать воду, не прошедшую дистилляцию, вот эта глина в итоге будет осаживаться и здесь. И вам придется применить очень много усилий, чтобы его помыть. Иначе он активировать фактически через время перестанет. То есть все-таки с дистиллятором его нужно использовать. Либо покупайте дистиллированную воду, уже пропускайте через угольный фильтр, если там есть послевкусие. А потом уже ее активируйте. Все. Мы получили химически чистую, активированную воду. И показатели активации. Вот я специально 1 литр воды за 4 минуты активировал. Он через 4 минуты имеет показатель минус 160. Через сутки она, конечно, немножко активация опускается. Но даже если вам есть большое желание его восстановить, 4 минуты опять нажали, и она восстановилась. То есть даже через сутки... И даже через неделю она остается в достаточно активном состоянии, чтобы быть живой водой, ее потреблять. То есть восстановительный потенциал воды достаточный, и он быстро можно восстановить с помощью этого многоразового устройства, просто бесконечное количество раз, и получить живую воду по этому параметру для себя. Кроме этих параметров существует еще один, структура воды. Все увидели знаменитый фильм про воду, по-моему, японских исследователей, нет, вбейте в интернете, посмотрите еще раз. Они показывают, что мертвая вода, у нее разрушена структура. А у живой воды структура эта присутствует. Но как ее структурировать? А очень просто, давайте услышим эти исследователи японские. Они структурировали воду при помощи чего? Классической музыки. Эти вибрации структурируют не только воду, они и пространство структурируют, и человека самого структурируют, раз мы из воды. То есть, если вы будете включать классическую музыку для своей уже активированной и очищенной воды, я подчеркиваю, тогда она приобретет еще конкретную структуру, и тогда она станет еще и структурированной. Если будете включать типа тяжелого рока, вода это наоборот будет быстрее разрушаться. Вы скажете, а что, нет технических устройств? Есть, они есть. Вот предлагают в интернете такой активатор, структуратор воды. Это деревянная, как деревяшка и деревянная палка. Стоит тысячи и тысячи рублей. И гривен то же самое. То есть лично мне непонятно, как она работает, какие там процессы заложены. Если хотите, можете попробовать. Но предлагают купить деревяшку. Нам нужно верить в то, что она работает. Проверить в домашних условиях, это, мягко говоря, трудновато. Как она работает, функционирует. Такое устройство есть. Ну, аквадиск он называется. Наверное, работает. Я тут даже спорить не буду. Просто
меня берут большие сомнения, я не понимаю этой технологии, но она есть. По-моему, стоит в районе 7 тысяч рублей или в районе 2,5 тысяч гривен. Кусок дерева и деревянная палка. Хотите, можете применить, расскажите мне, как вы это контролируете. Ну, будут те, у кого есть опыт и возможность это проверить, можете написать, посмотрим. Так что есть и такой вариант. Но классическая музыка бесплатна и у каждого есть. А вот за аквадиск придется выложить тысячи и тысячи. Имейте в виду. Еще один параметр. Вот это кислотный баланс, который вам все уши прожужжали. Любое там здоровое питание, кислотный баланс, кислотный баланс. Как мы видим, это один из параметров в один. Причем я бы не назвал его самым главным, потому что такой баланс может быть высокий и в химически грязной воде, и в воде, в которой она по окислительный потенциал несет, а pH может быть высокий. Почему? Ну, тут эти особенности мы рассмотрим в других видео. Ну, я согласен здесь, что чистая вода, она примерно 6,5. А та, что у нас в крови, вот у человека, это примерно 7,5. То есть между единица разницы между нашей кровью и тем, что получается чистая вода после дистилляции. Дело в том, что ну, единица, все-таки одна единица, на мой взгляд, это не, уже не принципиально важно. Потому что после дистилляции примерно получается и активации pH воды становится ну, примерно 6-6,5. А нам нужна 7,5. То есть вот эта единица pH, я, честно говоря, вот пока посоветовать, как его в домашних условиях сделать, пока вам не могу. Потому что я считаю, эта единица ну, не настолько важна все-таки, когда у вас вода химически чистая, структурированная, плюс несет восстановительный потенциал, то уже эту единицу организм с удовольствием компенсирует. Без проблем причем, каких-то особых. Поэтому я не рекомендую что-то делать дополнительное, потому что, я же говорю, мы уже настолько поможем своему организму, что такую мелочь он уже справится и сам. Дело в том, что существует возможность повысить этот уровень кислотного баланса с помощью минералов. Предлагается множество там в интернете, но я проверил эти минералы, есть проблема одна. Мы с вами очищали воду химически, мы с вами структурировали ее, мы с вами ее повысили, восстановительный потенциал дали нормальный. И потом нужно pH увеличить, пропустить через минералы. Да, pH увеличивается на эту единицу, но количество солей в воде возвращается к уровню плюс 400. То есть пропускание через вот эти турмалины, шунгины показывает, что минерализация воды этой в погоне за этой единицей или даже двумя единицами, она возвращается на уровень, опасный для питья. То есть я не рекомендую вам это делать. Эксперименты показали, что лучше этого не делать вообще. А ту единицу организм уже сам компенсирует. Поэтому такие вот приборы, где там вот эти турмалины, еще что-то там находится, оно, оно возвращает по показателю солей, показателю минералов воду на уровень не питьевой, а опасной для питья. То есть стоит ли эта единица? Нет, это, по-моему, это того не стоит. Поэтому я не рекомендую использовать это. Именно минерализацию воды для поднятия его pH. Единицу уже оставим на наш организм, пускай он справляется, мы и так ему помогли. Почему же я здесь не рассматривал электролиз? Ну, электролиз я не рассматривал по одной простой причине. Электролиз — это перераспределение потенциала самой жидкости. Электролиз не удаляет соли, он их может максимум перераспределить, то есть все равно для электролиза вам нужна дистиллированная вода, чистая. Он мне не нравится тем, что, во-первых, из того, что я видел, требуется много времени, чтобы он прошел. После прохождения этого электролиза есть мертвая вода, которую надо сливать куда-то, девать. И получается живая вода. Да, там ОВП нормальный, кислотный баланс нормальный, но в течение суток он фактически возвращается в ту же норму, с чего фактически и начинали. И если не убрать мертвую воду, так еще быстрее.
То есть для достижения цели он требует много времени, множество затрат. Нужно использовать дистиллят в первую очередь, потому что соли никуда не девает. Он воду не структурирует. И происходит с помощью тоже электричества. Ну, электричество перераспределяет все это. Если кто-то найдет хороший электролиз, можете прислать видео или ссылки, попробуем, протестируем. Но пока я его не советую, мне он не нравится лично. И из того, что я вам показал, там множество раз мы можем активировать эту воду, применять. Единственное, она должна быть химически чистая. И вот тот активатор проактивирует эту воду за 5-10 минут. А здесь потребуются часы для того, чтобы сделать ее активной. И она так же активно будет терять свои свойства. И нам еще нужно куда-то утилизировать мертвую воду. Так что пока электролиз возможен, ну, лично мне он не нравится пока в том, что я видел. Про дистиллированную воду тоже хотелось бы вам дать понять, что дистиллят без активации, он очень, не очень-то полезен. То есть он химически чистый, но в нем разрушена структура, он окислительный потенциал несет, и он по pH тоже невысокий. То есть без активации дистиллята, без его структурирования, долго пить я бы его не советовал. Ну, еще один вопрос сразу отвечу, потому что возникнет вопрос, а почему нужно использовать 3 прибора для контроля, вместо того, чтобы купить один, чтобы он нес сразу 3 функции, там, и pH, и ОРП, и минерализацию мерял, температуру, там, еще что-нибудь. И, например, как электропроводность, как этот. А все очень просто. Эти 3 прибора бытовых, переносных, стоят в 3-5 раз дешевле, чем один. Потому что он получается очень сложный. В нем он менее надежный из-за этого получается, потому что у него огромное количество элементов, что лучше ломаются. И поэтому возникает вопрос, ну зачем тратить в 3-5 раз больше средств на один прибор? Он будет менее надежен, потому что там множество элементов, которые нужно контролировать, калибровать. Если можно купить 3 прибора и не мучаться. Если даже один из них поломается, так выйдет из строя не весь прибор, а только один параметр. Вы его легко замените и будете делать то же самое дальше. Если, например, солиметр калибровки не требует, он уже откалиброван, то pH-метр, ну, требует калибровки, там эти растворы идут в комплекте вместе с этими приборами. Поэтому я рекомендую брать 3 прибора. Для контроля, потому что пока вы не можете проконтролировать, вы не понимаете, а что у вас вообще происходит. Вам говорят, что бутилированная вода прекрасная, вы ее померили, там превышение искусственной минерализации, то есть там отсутствие восстановительного потенциала, ну и pH, скажем так, не очень высокий, в лучшем случае средний. И возникает вопрос, так зачем покупать бутилированную воду, когда она по всем параметрам непригодна для питья. Если вы можете делать 4-8 литров воды у себя дома, а если вам нет дистиллятора, ну купите дистиллят простой в магазине или в больнице покупайте, да очищайте его и вперед. У вас активированная вода быстро и просто в домашних условиях, живая, ну а структуру ее восстанавливаете классической музыкой, и вам приятно, и вода структурируется. Время это уже зависит от вас, там, в районе 10-30 минут. Так что всех благодарю за внимание. Я надеюсь, мои исследования помогут вам избавиться от огромного количества болезней и вести профилактику их. Подписывайтесь на канал Единомышленника, вот ссылка в описании. Это канал Револьвер Язычника, он тоже из Германии, проводит интересные исследования. Все ссылки в описаниях под видео. Здесь же и на предыдущие мои видео по воде различным, по инструментам, которые нужны для измерения воды. Здесь есть ссылки на то, где я и покупал эти ТДШ и pH-метры, где я типа приобретал генераторы водорода и дистилляторы. Почему я их не добавляю в свой магазин? Ну, они, во-первых, не требуют настройки. Вы можете просто перейти по этим ссылкам напрямую, заказать, если возникнут какие-то массовые трудности с калибровками или еще чем-то, ну тогда может и будем добавлять магазин, чтобы предварительно все это дело проверять. Но пока я такого не увидел, можете напрямую перейти, все эти ссылки под видео, по всем инструментам, по всем моим предыдущим работам и на канал Единомышленников. Под видео это вот здесь.
Здесь еще может быть кнопка «Еще». Нажал, они откроются, и на любую ссылку нажимайте и переходите напрямую, читайте. Или получайте новую информацию. Ну а тем, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь информацией в социальных сетях, нажмете на колокольчик, будете получать уведомления о выходе новых видео. Здесь же привязаны все социальные сети, добавляйтесь в друзья. С вами был Виктор Максименков. А как вы можете помочь в создании новых видео? Вы можете прочитать в закрепленном комментарии под каждым видео. В первую очередь благодарю всем, кто помогал финансово, потому что эти исследования, они, во-первых, были завершены в первую очередь благодаря людям, которые оказали финансовую поддержку. Так что благодарю за внимание. С вами был Виктор Максименков. До новых встреч!